Всем привет! Сегодня мы будем делать с вами тюнинг автомобиля Mercedes S-класса. Итак, представляю вашему вниманию вот этот автомобиль. Итак, это автомобиль S-класса с маркировочкой W204. Можете, конечно, сказать, что Мерседесу тюнинг не нужен, он и так идеален. Но, как и по моему мнению, любая машина может быть улучшена. И я попробую сделать это с этим Мерседесом. Итак, начну я, наверное, ну, мне не сильно, честно скажу, нравится у этого Мерседеса бампера его. Давайте сейчас посмотрим, что мы можем поменять в бамперах. Итак. Вот, вы видите, можно поставить вот такой вот бампер. Хочу напомнить, что все детали, это реальные детали, которые можно купить. Так, вот такой вот бампер можно поставить. Но мы поставим вот такой вот, более футуристичный какой-то. Ну, мне больше нравится, он больше так подходит, думаю, этому автомобилю. Так, задний. Давайте теперь разберемся с задним бампером. Что мы можем с ним сделать? Вот такой вот у нас есть задний бампер. Отличается тем, что у нас теперь, посмотрите, по две выхлопные трубы сзади, с каждой стороны. Итак, немного поменяли автомобиль. Ну, пороги. Давайте посмотрим, можно ли у нас что-нибудь поставить такое более новенькое на пороги. Вот, вот у нас такие мы поставили небольшие пороги. Так, и совсем немножко, незаметно, наша машина улучшается. Итак, что еще мы можем с ней сделать? Ну, давайте попробуем, эффект освещения у нас есть, подвесочка. Вот, давайте вот такую. Опустим колеса. Так, это так хорошо. Что у нас? Эффект освещения мы пока трогать не будем. У нас и так все замечательно выходит. Передние фары. Вот фары этого автомобиля. Сейчас я посмотрю, что могу я изменить с этими фарами. Вот, мы поставили чуть-чуть совсем другие фары. Теперь давайте посмотрим задние. Задние фары можно поставить такие. Или вернуть назад заводские. Давайте все-таки поставим новые. Будем понемногу его. Так, спойлеры. Что мы имеем? Спойлер. Верхний спойлер. Это спойлер, который будет стоять наверху нашего автомобиля. Вот, смотрим, что мы можем. Мы можем поставить вот такой небольшой спойлер, который спереди придает сразу автомобилю другой вид, ну и сзади. И можно попробовать поставить чуть-чуть вот такой помощнее спойлер. Давайте оставим его. Спойлер будет помощнее. Так, смотрим дальше. Обычный спойлер. Можно еще поставить его. Ну, я думаю, так он не будет смотреться. Давайте попробуем другой. Нет. Нет, нет, нет. Нам эти спойлеры не нужны. Так. Итак, нижний спойлер мы убрали, потому что хватает и одного спойлера. Так, давайте посмотрим, что мы можем сделать с нашим капотом. Вот он наш капот. Сейчас мы посмотрим, можно ли что-либо придумать для него. Так, мы добавили на наш капот вот такие вот небольшие вставочки, чтобы эта машина выглядела более так агрессивно. Теперь, я думаю, мы займемся крыльями. Посмотрим, можно ли сделать из этих крыльев более агрессивные. Так. Так, крылья мы сделали. И это не сильно, но, конечно, заметно. Там совсем небольшие изменения. Так, теперь можно заняться зеркалами. Давайте посмотрим. Ну, в принципе, зеркала нормальные. Можно их такие оставить. Но я посмотрю, может быть, у нас есть что-то поменьше. Сейчас мы посмотрим. Итак, я вот нашел такие вот фары для нашего автомобиля. И теперь давайте посмотрим, что у нас еще. Радиатор. Воздух вверх и воздух капота и пакета. Давайте посмотрим, что есть из радиаторов. Так,
стандартный, можно поменять его на такой. Не знаю, какой будет лучше. Наверное, со значком покрасивее будет выглядеть. Наставим со значком так. Воздух верхний. Так, это воздухозаборник, который ставится на крышу. Давайте можно поставить вот хороший такой воздухозаборничек. Да, мне нравится это. Я его оставлю. Давайте посмотрим, что мы можем поставить на капот. Так, мы можем поставить на капот вот такой огромный. Нет, огромный он не смотрится. Давайте посмотрим. Вот поменьше. Отлично, отличный такой. Так, давайте посмотрим, может еще что-то я могу. Вот, я нашел такой вот капот. Получше, но опять же мне не сильно он нравится. Сейчас я посмотрю еще что-нибудь. Вот, я нашел такого же типа воздухозаборника капот, так как у нас и на крыше. Он хорошо так гармонирует. Ну и аэрографию делать это рисунок на машине я не буду. Теперь я хочу все авто. Выбираем тип краски, глянец и матовый. Сделать матовым и черным цветом. Нет, ну это не черный. Давайте пробовать. Вот такой вот черный автомобильчик. Спортивный. Можно сказать, единственное, что здесь можно еще сделать ему более такие темные, даже очень темные стекла. Такой гангстерский автомобиль у нас получается. Ну и, конечно, изменим ему фон. Сделаем так же, чтобы он был. Ну, я не знаю. Давайте где-нибудь такое гангстерское под этот автомобиль. Так, вот, красиво все у нас вышло. Убираем запчасти и смотрите, как смотрится автомобиль на черном фоне, весь черный, все. И на этом я буду заканчивать тюнинг этого замечательного автомобиля. Напомню, что это был автомобиль S-класса, автомобиль Mercedes W204. Итак, смотрите наши